Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся актуальной информацией на 2 ноября. Обращаем ваше внимание, что по народным приметам сегодня денежный день. И сегодня обязательно проведите практики на привлечение денег. И это мы с вами будем делать с помощью одного предмета. Поэтому обязательно просмотрите от начала до конца этого видео, вы будете знать много полезной, важной и интересной информации. А также уделим в этом видео внимание народному календарю, что можно, что нельзя делать. И, конечно же, лунный календарь на 2 ноября. А прямо сейчас подпишитесь на канал «Эзотерика для тебя», проверьте, что было включено уведомление, колокольчик, и также каждый день заходите на наш канал, у нас на канале много полезной, важной и интересной информации для каждого человека. Ставьте лайк и поделитесь этим видео, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Итак, друзья, народные приметы на 2 ноября. По народно-христианскому календарю сегодня празднуют Артемьев день или по-другому Святой Артемий. А вот по церковному календарю сегодня вспоминают святого Артемия Антиохийского, покровителя воинов и атаманов, а также защитника от различных болячек и недугов. Принято 2 ноября было молиться святому Артемию, чтобы он уберег от случайной смерти, а также от разных болезней. В храм сегодня несли посильные дары, часто это были продукты. А после выхода обязательно сегодня подавали нуждающимся, которые сидели у церковных ворот. По народным приметам, кто этого не сделает, тому не стоит и ждать благодати от Артемия. Считалось, что ребенок, рожденный 2 ноября, находится под опекой волчицы, поэтому ему обязательно на шею вешали волчий клык. Он его носил, не снимая до совершеннолетия. После мог снять и хранить в потайном месте, чтобы никто к нему не прикасался и, конечно же, не украл. Верили, что такой талисман защищал своего хозяина от всех бед. Кстати, существовало мнение, что люди, которые родились в Артемьев день, понимают язык животных и птиц. На улице в это время уже холодало, и дикие животные все ближе подходили к людским поселениям. Поэтому крестьяне занимались починкой заборов, главным препятствием на пути хищников, которые пришли из леса. К тому же прочная ограда сулила хозяину дома обеспеченную жизнь, ведь через дыры в заборе, согласно народным приметам, утекают не только финансы, но и счастье. А вот женщины 2 ноября квасили капусточку, которую зимой подавали с клубнями разваренного картофеля. И вы знаете, это, наверное, когда-то у наших предков была главная еда в холодные зимние дни. Капусту не только ели, но и проводили с ней магические ритуалы. Так, для стабильного материального положения с овощами квасили и денежную купюру. Рожденные 2 ноября редко болели, потому что у них крепкое телосложение. И по народному поверью, те, кто родился в этот день, опекает мать-волчица. Талисманами скорпионов, появившихся на свет в этот день, являются прозрачные и твердые камни. Горный хрусталь, тигровый глаз, аметист, змеевик, красная яшма и малахит. Согласно народным приметам, молодые люди, которые заключили брак 2 ноября в Артемьев день, проживут несчастливую жизнь, полную разочарований и обид друг на друга. Поэтому и говорили, что нельзя 2 ноября играть свадьбу, хотя в целом месяц ноябрь был вполне благоприятен для заключения брака. Если же обстоятельства складывались таким образом, что свадьбу, назначенную на Артемьев день, никак нельзя было перенести на другую дату, то молодым надо в обувь было положить по камушку. Жениху и невесте нужно было походить так какое-то время, чтобы камушки в обуви стали самым большим препятствием в их семейной жизни.
Также 2 ноября нельзя было рисковать, так как риск в этот день может обернуться тяжелой травмой. Лучше сегодня помолиться о защите от различных болезней. Святой Артемий Антиохийский обязательно услышит вашу молитву и обязательно вам поможет. Сегодня было запрещено ходить и после захода солнца на кладбище. Тот, кто нарушит запрет, навлечет на весь свой род неудачи или даже смерть одного из членов семейства. 2 ноября нельзя было есть и картофельные блюда. Сегодня на столе должна быть капуста, тушеная, жареная, в салатах, а также квашеная или соленая. Считается, что чем больше блюд из этого овоща будет съедено в Артемьев день, тем счастливее и здоровее будет человек, а в его доме всегда будет благополучие, мир и достаток. Также 2 ноября нельзя было оставлять незавершенные дела. Если ты же так сделать, то в следующем году ничего не будет складываться. Кстати, за новые проекты на Святого Артемия тоже приниматься не рекомендуется сегодня. Запрещается также 2 ноября, чтобы забор вокруг дома, ворота и входные двери были поломанными или с какими-либо дефектами. Обязательно почините это. Тот, кто не послушается этого совета, столкнется не только с семейными проблемами, но и с денежными, потому что по народной примете все запасы уйдут через поврежденный забор или дверь. Также не стоит 2 ноября вытряхивать подушки, одеяло, покрывало и матрасы. Вместе с пылью исчезнут и счастье, и удача. И так как мы уже сказали, что сегодня 2 ноября денежный день, дело в том, что сегодня очень важное значение наши предки уделяли капусте. Поэтому капуста, как вы знаете, она любит деньги и притягивает их в карманы тех, кто любит капусточку. Конечно же, сейчас можно с этим поспорить, можно игнорировать, а можно найти самое рациональное зерно в народных приметах. Конечно же, особые свойства капусты по привлечению богатства хорошо знали наши предки. Поэтому в народной кулинарии существует немало магических слов, которые, как правило, наши бабушки, наши предки проговаривали вслух или про себя во время приготовления блюд из капусты. Например, капусте рубиться, деньгам в кошельке водиться. Кто капусту мою ел, тот и разбогател. Капусту нарубаю, денег прибавляю. А мы вам сегодня рекомендуем 2 ноября что-либо приготовить с капусты. Это может быть и тушеная капусточку можно приготовить с мясом. Вы можете приготовить просто салат диетический для себя. И когда вы будете кушать капусту, обязательно про себя говорите следующие слова. Во рту вкусно, в кошельке густо. Эти слова помогут вам привлечь деньги в ваш кошелек. Обращаем ваше внимание, наши предки именно сегодня уделяли очень важное значение именно капусточке. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 2 ноября 2021 года. Итак, сегодня у нас с вами 26 и 27 лунный день. Сегодня убывающая луна в знаке зодиака, друзья, Весы. И вы знаете, по лунному календарю это один из самых критических, опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера конфликтов. Люди почему-то постоянно сегодня напрасно суетятся, тратят много времени на различные разговоры. И именно в этот день, как правило, человек может перерасходовать свое время, энергию и силы. При этом перерасход энергии будет просто колоссальным. Даже те, кто умело управляет с энергетическими потоками, могут сегодня почувствовать, что они не в силах управлять ими. Поэтому самое правильное направление в этот день – пассивность, спокойствие и созерцание. Постарайтесь оградить себя от всяческой инициативы, агрессии и активности. Ни к чему хорошему такие движения сегодня не приведут. Соответственно, сегодняшний день проведите в работе над собой, размышлениях и практиках. Соответственно, эмоциональный фон оставляет желать сегодня лучшего. Не только вы, но и все окружающие будут подавлены, внутренне напряжены и раздражены.
В результате могут вспыхивать конфликты, ссоры, недопонимания. Чтобы избежать их, нужно уметь контролировать свои эмоции, а еще лучше уединиться, чтобы вас никто не смог спровоцировать на негативный всплеск эмоций, который в результате опустошит вас до дна. Луна будет находиться в знаке зодиака Весы, поэтому это дает нам возможность обрести гармоничных партнеров, быть или стать способным соответствовать требованиям общественности, создавать эффективный имидж, а также сулит успех в самых простых делах. И сегодня вам помогут создать хорошее настроение цветы в вазах на вашем столе. Включите сегодня хорошую мелодию. Если любите сладости, покушайте сладости. Также сегодня вы можете улучшить отношения с близкими и родными, а также друзьями и знакомыми. Ослабевает решительная черта характера. Вам будет легко меняться и принимать нужные решения. Сегодня люди будут склонны к спорам, при этом на самые разные темы. Но старайтесь это все до скандалов и ссор не доводить. Старайтесь в этот день, благодаря знаку зодиака Весы, мириться и быть достаточно, знаете, вот рассудительными и мудрыми. Также в этот день будьте осторожны именно с огнем. Также, если есть возможность, посетите те места, где вы получите добро, радость, возможно, это у вас природа, или посетите, сделайте вот небольшое какое-то путешествие или экскурс куда-то. Также сегодня многие получат небольшой бонус, если они работали на протяжении октября достаточно хорошо. Также постарайтесь прислушаться к советам друзей, но не отвергайте их предложений. Также, если вы на сегодня задумали пойти на шопинг, не делайте. Деньги лучше экономьте, потому что есть опасность растратить их впустую или даже потерять. Что же касается денег, бизнеса, то сегодня можно решать простые вопросы. Но не принимайте сегодня никаких серьезных решений. Очень опасный день для работы и бизнеса. Не делайте ничего, что может повлечь серьезные последствия. Обратите внимание на сегодняшнее окружение. Среди ваших оппонентов могут появиться личности с недобрыми намерениями. А вот для адвокатов сегодняшний день очень подходящий. Их, вероятнее всего, ждет сегодня успех. Что касательно стрижки, то изменения прически не принесут вам сегодня радости, а только отнимут силы и здоровье. Поэтому откажитесь от похода в салон красоты. Старайтесь сегодня даже больше отдыхать. Остальные процедуры будут сегодня благоприятны, но все же следует использовать средства натурального происхождения. Эффект будет приятным, и волосы получат сегодня достаточно питательных веществ и витаминов. Сегодня лучше все процедуры доверить мастеру для того, чтобы сохранить больше живой энергии в своем теле. Обращаем ваше внимание, что сейчас окраска волос именно с натуральными красителями и с натуральными оттенками повысит вашу общительность. А прическа, если ваши волосы начесать и взбить, то это привлечет природную энергию. Но сегодня хотим дать совет для тех, кто за рулем. Будьте особенно внимательными на дорогах. Берегите свою машину и не оставляйте ее без надежного присмотра. Потому что сегодня, кстати, больному может понадобиться срочная помощь. Поэтому окажите ее без промедления. И обращаем ваше внимание, что сегодня вероятность воровства и ограблений. Вот такой, друзья, у нас с вами лунный календарь на 2 ноября 2021 года.